У нас здесь внезапный просто врыв Академии Смеха 7 часов назад, которые влетели, просто ворвались, ребята. Тысячи лет вас, это 100% тренды, это 100%, ребят, пару комментариев там накидайте, уж кому не сложно. Я хотел пожелать всем хорошего настроения и хорошей погоды, потому что последние дни вроде как остались в нашей полосе теплых, но вы давайте не расстраивайтесь, самое главное, не болейте. Сейчас все, сука, чихать, дыхать начнут, вы давайте там чесночку, лучку, как с утречка, как поддал, как зашел в общественный транспорт, как дыхнул, как следует. Давайте никто, чтобы не болеть, поняли, нет? И лайкосики завозить не забывайте. Я вам, если заболеете, настроение все равно подниму, не ссыте, чтобы не валялись в кровати грустными. Все, поехали, хорошего всем настроения. Не могу удержаться каждый раз. Роскосмосу с помощью радиотелескопов удалось записать песню Вселенной. Моей девушке день рождения, моей девушке день рождения, моей девушке. Там что, три камеры, что ли? Но мой фон три камеры. Лобан бежит, царь. Академия смеха. За что мужика примотали, блядь, пошел. Чё такое? Вы, наверное, согласны с тем, что женщина — это священный сосуд? Первый раз. Ну что, сосуд, да. Не, ну, блядь, мужики, все, кто с ним солидарен, это 1 000 000 лайков. Это будет рекорд. У нас 140 тысяч рекорд по лайкам. Во. Все прям. Это все, это 100%. Это просто вот так вот. Ох, красиво, блядь. Что делать? Надо место найти. Спасибо. Не, место, на это, по спайке. Конор или МакГрегор? Я не знаю, кто из них сильнее, типа... Кто мне это спрашивает себя, блядь, не смотри, я бы на него, блядь, бои. О, Макерис! Ты пчела, я пчеловод, а я спиздил мёд. Запускаем новый тренд. Лицо без косметики. Посмотрим, сколько нас таких, которые могут показать свое истинное личико. Сообщение будет доставлено через 19 лет. Не понял. Россия, ваши новые возможности. Это вообще возможно? Это Шаолинь. Так чувствую, их теперь троллить будут очень долго за три камеры. Следующий что, 5 сделаю? А кто, ребят, в чем прикол-то этих трех камер? Надо хоть посмотреть, что это приличие. Покупать или не покупать этот айфон новый? Экстемры. Ксерты. Не подделка. Сука, убейте меня! Пап, я... Тебе принести. Блять. Сука, убей меня. Пап, я на кухне, тебе принести что-нибудь? Неси латте. Вообще-то латте. О, вот я и живу в подъезде. Спасибо, латте. Ой, бля. Нормально, годно. Там нормально все, нет? Я вам, бля, поду. Короче, если, я вам отвечаю, если, короче, долбануть в центр клавиатуры, это у меня не так давно, я вам рассказывал.
Я вам рассказывал на стримах, что у меня было недавно. Я, короче, на стриме 3 катки в КС проиграл. И вне стрима 5 подряд, понимаешь? В целом 8 каток подряд в КС проиграл. Я вам отвечаю, у меня, короче, новая мышка, это логитековская. Она просто, я не знаю, у нее клавиши, мне кажется, блядь, на орбиту вышли. Просто в клавиатуре я заодно ее почистил. Я вам отвечаю, я устал эти кнопки вставлять все. Я раскладку в интернете смотрел, чтобы кнопки правильно вставить. Ты знаешь, как долбился, делал я как дурак. Стыдно даже стало. Потому немного. Что Ирина Россия, она одна. Ее умом не понять. Ее надо умом понять. Попробуй томатный сок изучить. Братан, у меня нет томатного сока. Спасибо большое. Кого? Кэшбэк — это когда тебя девушка целует сразу после минета. Осуждаю. 4, 5. Блядь. Наношу полироль прям при вас, чтобы никто не подумал, что это какая-то там обманный маневр. Потому что мне... Представляешь, сколько теперь людей задумались об этом? Think about it, пацаны. Еще и полироль не выдавливается. Блядь. Мне кажется, процентов у 90 россиян вот такая же, блядь, реакция. Да не только россиян. Не, ну надо женщине помочь. Я бы тоже так сделал. Не, ну главное, женщины наши все. В гостях у моего кореша, надполковника Гаднатаева. Он скажет мне, годен я или не годен. Ну чё, лего? Бля. Брат, а ты откуда сам? Ну так, исторически. Я вам не брат. Ох, ёпта! Да ладно! Блять, куда второй лайк поставить? Вот это красиво! Просто! Риф? Да. В каком это смысле? Нормально. Тихнул. Артур, тебе на Р. Я Рокс, тебе на С. Я Сати, тебе на И. И футболочку желательно. Дудос тут, я тогда сразу с ножом выбегу. Так, вы зачем опять Вушелинка, я не пойму, довели? Осуждаю, сука. Я, конечно, не подстрекатель. Вам никого лицо Халка не напоминает? Не, ну Шрека Халка ходить там, он звать. Самбади его! Извините, не удержался. Осудительный момент. Кого, напишите в комментариях, на кого похож этот Шрек, вот этот.
Или Халк, или Шрек. И вообще, Шрек ли это, или Халк? Даже... Спортсмен хороший, а ну серый, сядь. Да не, ты же понял. Лови пенёк, давай. Ух ты ж, блядь, ты шо? Шо, ебанулся, блядь. Стас. Ты, ты ёбнулся, Стас. У меня есть электрическая машина, знаешь, ты, наверное, Тесла, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Если можешь не спать, не спи. Сон для слабых. Почему-то у меня, знаете, что навеяло? Сейчас все геймеры встали. Со всей я вообще, все, кто меня смотрит. Пока ты спишь, враг качается. Не фрага врагу. Дело сделано. Опять работа? Жизнь замерзла. Блять. Флешбеки, извините. С прошлого. Зарду! Враг у ворот. Мне показался. Вьетнам проклял. Что Warcraft 3 вспомнил. На! Сразу. Тут где-то говорят, распродажи горят, да? Юморно. Девочки. Майнкрафт лучше, чем вы все вместе. Майнкрафт правда всех у вас тесте. Я самый лучший майнкрафтер, лучше, чем топовый. Моя жизнь, блядь, теперь не будет прежней. Нам нужно прикинуться бандитами. Да не ссы, не ссы, я побазарю с ними, я умею по фене ботать. Дорог, петухи! Релиз не для продажи. Блять, как меня эта хуйня уже заебала. Блять, уже почти 11 лет. Эта все хуйня продолжается и продолжается, блять. Заеб... Там чтоб мой этот не видел. Это за аниме. Three? Why? Because I know what you mean. Not ровно, блядь. Не ровно, точно. А, ты русский? Глянем в коридоре. Будут сюда разбили.
Я бы даже такой дом рейдить не стал. Качественным инструментом и работать приятно. Самое главное, поебалу себе им не съездить. Прикинь, короче, мне вчера, короче, звонит Парье и говорит, слушай, а как, говорит, по-дагестански будет «не бей»? И я ему говорю, у Конора спроси. Брат, вот я заблудился, вот как поехать в Тобулин? Сейчас вот так пойдешь, потом вот так пойдешь, потом вот так пойдешь, потом вот так пойдешь, вот так вот, пойдешь. Потом риски, пойдешь, потом умрет, потом трасса. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Жми на колокольчик. Молодцы, ладно. Лайкосик вам поставил, молодцы. У ребят, кстати, уже почти лям 200. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.